Часто кажется, что богатство – удел особенных людей. Мы даже не пытаемся выйти из заколдованного круга, в котором нет места большим достижениям и состоятельности. Наполеон Хилл предлагает способы борьбы с нашими страхами, сомнениями и неверием в себя, которые часто мешают нам добиться счастья, признания и благосостояния. Любой разумный человек может овладеть необходимыми знаниями и умениями для привлечения богатства. Прослушав Саммарина книгу «Думай и богатей», вы получите необходимый импульс, чтобы взяться, наконец, за дело и сделать свою жизнь успешной. Благодаря четкому плану действий вы придете к благополучию не только в бизнесе, но и в любой другой выбранной сфере. Идеи Наполеона Хилла зарядят вас созидательной энергией, вдохновят на поиск новых решений и дадут инструменты для достижения поставленных целей. Мысль могущественна. Первый и важный принцип достижения успеха. Достаточно лишь глубокой идеи. Успех гарантирован тем, кто мыслит категориями успеха. Поражение приходит к тем, кто мыслит категориями поражения. Причина неуспеха – отказ от дела при первой неудаче. Прежде чем отказываться, надо убедиться, что сделано все, что возможно. Важно твердо знать, чего хочешь достигнуть. Внушите вашу веру и настойчивость другим, и добьетесь исполнения невозможного. Все, что желаемо и представимо, достижимо. Нужно мыслить категориями денег. Тогда и появятся конкретные планы по их приобретению. Когда желание становится действием. Четыре этапа превращения идеи в богатство. Определите точное количество денег, которое вы хотели бы иметь. Назначьте срок и письменно задекларируйте свое желание, намерение, цель. Уединитесь. Закройте глаза и повторяйте заявление о своих целях. Повторяйте программу утром и вечером. Честно скажите, чем вы готовы заплатить за желаемое богатство? Составьте план на бумаге и начинайте действовать немедленно. Поместите листок с вашими намерениями на видное место. Каждый день перед сном читайте свои записи. Читая, верьте и чувствуйте, что деньги уже ваши. Желание превращает неудачу в победу. Для разума нет никаких препятствий, кроме тех, которые мы сами признаем. Вера. Вера – катализатор умственных способностей. Все мысли, которые могут быть прочувствованы, начинают тут же материализоваться. Подсознание материализует конструктивные мысли так же успешно, как и деструктивные, и преобразует их в материальный эквивалент с помощью всех доступных практических средств.